Компактная акустика для организации домашнего кинотеатра. В этом видео мы распакуем акустическую систему Canton Movie 95 формата 5.1. В комплекте прилагается 5 пассивных колонок, среди которых 2 фронтальных, 2 тыловых и центральный канал. Также в коробке уложен активный саббуфер, настенные крепления с набором крепежа и руководство. Посмотрим на сателлиты. 4 из них совершенно одинаковые. 2 устанавливаются на фронт, 2 на тыл. Габариты колонок весьма компактные – 9 на 9 на 10 сантиметров, при весе всего 600 граммов каждая. Корпуса выполнены из пластика белой расцветки. Также в продаже есть вариант в черном цвете. В каждой колонке установлено по 2 динамика диаметром 8,5 сантиметра для раздельного воспроизведения средних и высоких частот. С фронтальной стороны динамики защищены мелкоячеистой металлической сеткой. Максимальная мощность каждой колонки – 100 Вт. Центральный канал крупнее остальных сателлитов. Его габариты 20 на 9 на 10 сантиметров, при весе в 1 кг 300 граммов. Прибавка в габарит и весе по сравнению с колонками обусловлено дополнительным среднечастотным динамиком, но количество полос осталось тем же, как и максимальная мощность в 100 Вт. Теперь посмотрим на сабвуфер. Его размеры составляют 24 на 41 на 42 см, а вес почти 10 кг. Внутри установлен 20-сантиметровый низкочастотный динамик мощностью 100 Вт. Акустическое оформление – фазоинвертор. Труба фазоинвертора установлена спереди. Сзади расположены 2 аудиовхода – высокоуровневый и низкоуровневый, а также регуляторы громкости, частоты среза, тумблер питания и переключатель режимов работы с положением авто, в котором саб автоматически включается при поступлении аудиосигнала. Резюмируем. Canton Movie 95 – система с акустическим позиционированием 5.1, в которой активным является лишь сабвуфер, а для работы пассивных сателлитов придется использовать сторонний усилитель.